На этом любительском видео снято, как самосвал выгружает грунт на землю. На первый взгляд ничего особенного, только делается это не там, где положено. Поэтому очевидцы и заинтересовались, что за грузовики заехали на территорию гаражного кооператива. Бульдозеры начали оперативно разравнивать горы земли, но это уже проходило под взором экологов, которые приехали на место по сообщению. Факт нарушения было зафиксировано, КАМАЗы были выявлены, как бы, как они скидывают грунт данные. Запрос направлен в ГИБДД для определения, кому принадлежит данное автотранспортное средство. Были взяты пробы привезенного в гаражи грунта, чтобы определить класс опасности и место, откуда его привезли. Экологи готовы выписать штраф. Нарушение выявлено по факту загрязнения водоохранной зоны, ведь во овраге течет речка. Там находится водоем, озеро без названия, которое не имеет названия никакого, но он является как бы региональным надзором, и данная обсыпка территории, она не должна быть в водоохранной зоне. Узнать, для чего 21-й кооператив был привезен грунт, труда не составило. Оказалось, с его помощью председатель хотел помочь владельцам гаражей избавиться от множества проблем. Сами люди просили уж там укрепить, потому что берег размывает, уходит. Гаражи, погреба мерзнут, крайние гаражи. Из-за этого попросили чистый грунт, чтобы без мусора, без ничего, чтобы укрепить вот этот берег как раз, где гаражи, чтобы не размывало. Теперь председателю кооператива «Автомобилист» вопросы хотят задать экологи, а возможно и проверить другие гаражи на наличие подобных нарушений.